Обманутые дольщики на Кавминводах получат выплаты. Решение приняли на заседании наблюдательного совета Фонда развития территории в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ставрополя. Владимир Владимиров отметил, что край окажет дополнительную помощь. Речь о решении вопроса для 1200 граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков на Кавминводах. В бюджете предусмотрели почти 700 миллионов рублей на софинансирование помощи дольщикам. Данные о порядке выплат опубликуют на сайте фонда. Консультацию ставропольцы смогут получить в региональном Минстрое. В селе Винсады в следующем году возведут парк отдыха. Площадь объекта более 8000 квадратных метров. На территории пространства обустроят детские спортивные зоны, обновят пешеходные дорожки, установят освещение, а также оборудуют скейт-парк и памп-трек, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». В селе Камбулати капитально отремонтировали врачебную амбулаторию. Медучреждения обновили кровлю, внутренние помещения, заменили полы, окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Сейчас здание устанавливают оборудование и мебель. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Кисловодске в следующем году капитально отремонтируют 14 улиц. Там обновят покрытие проезжей части, тротуары, освещение, установят дорожные знаки и остановочные павильоны, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут по краевой программе развития транспортной системы.